Я ведь говорила, что это еще не все. У человечества еще есть надежда. Что думаешь? Со дня на день меня ждет очередная перезагрузка. Все симптомы налицо. Они говорят, давай прямо сейчас. Чего тянуть? Но теперь я не хочу забывать. Я записываю все, что могу, но как передать словами то чувство, когда держишь на руках сына? Сына? У меня был... Это тот ребенок, что мне снится? Тот, что говорит... Чего требует от тебя Господь? Поступать справедливо, проявлять милосердие и вести себя смиренно. Анжали, что скажешь? Брей вообще понимает, что делает или как? Я тебя умоляю, он нас не слышит, даже когда мы рядом. У него вся голова забита важными мыслями. Да ладно, мы разнесли этих вексов на куски. И к тому же опустошили их аккумуляторы. Они не могут ничего передавать. Я уверена, тем более нам не их нужно опасаться. Что будет, когда они вылетят через эти врата тяжелую артиллерию? Ну, у меня нет доказательств или чего-то такого. Я просто думаю, мы чересчур уверены в своих силах. Микрочипы передают сигнал на глобальную материнскую плату, или типа того. А ты уверена? Может, они притворяются? Ты сама сказала, даже мистер Брей не понимает, что делает. Думаешь, они заманивают нас в ловушку? Тогда с чем же мы имели дело до этого? С пушечным мясом? Даже если ты права, не могу представить, чтобы у Кловиса Брея не было запасного плана. Он эгоцентрик. Но не дурак. Thank you.
Искусственный интеллект активирован. Что вы себе позволяете? Прошу прощения. Склеп глубокого камня столетия простоял нетронутым. И вдруг из ниоткуда взялись ваши люди и без раздумий уничтожили мое творение. Ваше творение? Вы... Не просто ИИ. Верно. Я точная копия сознания Кловиса Брея Первого, пробудившаяся в результате этого нашествия. Это было не нашествие. Стражи пытались защитить склеп от падших. Падших? Инопланетная раса появилась после коллапса. Коллапса? Судя по всему, я многое пропустил. Что ж, если вы говорите правду, мне следует вас поблагодарить. Только будьте любезны, больше не разрушайте плоды моих трудов. Искусственный интеллект активирован. О, опять вы. Что вам угодно на этот раз? Мы насчет друга, Банши. Он Экза. У него начались видения мертвых Экза, которые говорили про некий клинок. Ты сказал Банши? Да, он наш оружейник. Любопытно. Стало быть, вам нужен клинок? Мы просто хотим помочь другу разобраться в воспоминаниях. С клинком, наверное, будет проще. Да, я знаю, где он. Но сперва хочу убедиться, что вы стоите моего времени. Аналогично. Вы уже наигрались. Без проблем.
Кловис? Вы вмешиваетесь в мои дела? Вексы напали на меня без малейшего повода с моей стороны. Мы просто искали чертежи, которые позволили бы перековать клинок. И в итоге привели к моему порогу вексов. Если хотите извлечь пользу из этих чертежей, поторопитесь. Кловис, мы почти до вас добрались. Еще немного, и меня, которого нужно защищать, уже не останется. У входа в комплекс собирается толпа вексов. Мы делаем все, что в наших силах. Тогда позвольте мне вам помочь. Снаружи есть старый танк. Добудьте его. Уничтожьте этих чудовищ. Должно быть, это и есть танк. Вексы повсюду. Словно они нас поджидали. Возможно, вексы используют меня как приманку, чтобы заполучить клинок. Если он попадет к ним, мы лишимся его навсегда, вместе с воспоминаниями вашего любимого Банши. Кого найдем? Раньше, но теперь мы должны восстановить его вместе. Вот он, пьедестал. Кладите на него клинок, а я включу программу перековки. Нас атакуют. Враг не должен помешать процессу перековки. Мы сдержим наступление. Программа перековки завершена. Скорее берите клинок. Возьмите клинок. Уничтожьте их всех. До последнего.
больше никого не осталось. Полагаю, что я перед вами в долгу. Однако обычно я предпочитаю избегать подобных ситуаций. Поэтому считайте этот клинок своей собственностью. Однако можете показать его своему Банши. Он будет рад вновь оценить его качество. Вам точно больше ничего не угрожает? Да, благодаря вам. До встречи. Тема данного сооружения не вселенная. Давай подберем тебе все для нового задания.